Доброе утро, ребятки. Немного красоты вам. И немного лета. Зимнего лета. Ну, а у меня здесь заказы. Уже собрала. Сейчас вниз понесу. И печенье тоже вот так вот упаковала. По 5 штучек. Эмблемочку наклеила. Вот такая красота. Вот столько их получилось. 5 наборчиков и 4 домика. Мы в Эмиратс-молле, в торговом центре. Здесь такая елка. Не ахти, но звездочка красивая наверху. Елка от Тиффани. Как вам такое? Не обошел. Tiffany breakfast? No, Tiffany it's a diamond. Tiffany это бриллианты и золото. Мы в супермаркете уже набрали всего, чего нам надо. Что Тиффани предлагает? Браслетик, ничего себе такой. У Антоши сегодня лук такой. Мэтчинг-мэтчинг. Мы нашли целую деревню. Целую деревню праздника. Ой, балдеж. Sky, да. I think she was there inside, Женька. Пройдешь через арку? Загадай желание, и желание исполнится. Олени поющие. Эльфы танцующие. Загадывайте желание быстро, и оно исполнится. Ресторан с видом на ски. Лыжный курорт. Представляете, лыжный курорт в Дубае. Там, где много-много снега. Елочка. Холод страшный, ребята. Прям холодное-холодное стекло. Можно почувствовать холод. И снег. Как я хочу поиграться с снегом. Недешевое удовольствие, берешь билет, покупаешь и заходишь. И играешь в снежки. А кто самый умный, продвинутый, тот прям и на лыжах может прокататься. Я не умею. Прикольно. Целый трон Деда Мороза. И здесь мини-деревушка. Мексиканские ковры. Прям шерсть, прям верблюжья. Наверное, верблюжья, мне так кажется. Прям еще верблюжатиной так запахло. Я тоже хочу покидаться снежками.
Не знаю, как детям, а мне нравится. Вышли с торгового центра, а так как сегодня пятница, смотрите, что творится. Пятничная молитва. Люди на улице молятся. Места нет, этот мечеть маленькая, поэтому все на улице молятся. Ой, там заполнено прям. Ой, а как мне пойти? Я не знаю, здесь женщина, можно ходить или нет? Я думаю, можно. Интересно так. А мне туда надо пройти. Как я пройду? О-о-о. Мне в кафе надо. Ой. Что делается? Смотрите, полная улица. Где? Вот, здесь просочусь. Все. Нормально. Интересно, кафе открыто? Да. Какое сборище. Мне в кафе попасть надо. У нас обедня. Ну что, нам не повезло. Кафе закрыто, через час откроется. Нам это не подходит. Поэтому уезжаем отсюда. Пришлось нам немного дойти. 5 минут. 5 минут от нашей парковки, где машина припаркована. Здесь другой торговый центр. Индийский. Лулу. И здесь даже есть елка. И Дедушка Мороз. Индийский. И елка индийская. Здесь мы покушаем. Тростник, попкорн, лотереи, золото, фудкорта, по левую сторону. Фудкорт. По-моему, поменялось все. Something changed in the food court. Аквариум, something for Kevin. Они любят аквариумы. Золота. Мы что-нибудь найдем здесь перекусить. Ой, Бомбей чапати. It's close. Нашли, заказали. Индийский. Правда, не наш, не тот. Но все равно, смотрите, какое ласси. Это по типу нашего кефира. Сладости с серебром. Это настоящее серебро. Золото не вижу. Золото редко бывает. Это тоже с серебром. Поэтому цена такая большая. Чего заказали, ждем. Смотрите, какая кульча. Это вегетарианский индийский. Поэтому здесь яиц нет. Хотели омлет. Здесь яйца не продают. Чай индийский. Что может еще быть лучше? Пунджаби самуса. И две каких-то котлеты. С картошкой. Это я не поняла, какая котлета. И два соуса. Это шпинат соус и какой-то, не знаю. Видно по капельке, что сладкий. Маленький перекус. Такой у нас обедик. Тут интересный ресторан попробовать. Но он не индийский, Шри-Ланка. В супермаркет заехали, а здесь такой балдеж. Как здесь можно... Мэри Кристмас! Как здесь можно сконцентрироваться? Что нам брать? Так, у нас только начало, пакетики только взяла. Тут надо... Боже, черная морковка, видали? А есть. Боже, какое все странно фиолетовое. You think it's jimmy? Фиолетовая креветка. Лобстеры. Смотрите, какой краб. Fresh king crab. Норвей.
Нет, это не Камчатка. Смотрите, лапы какие. Скаловцы, гребешки прям в ракушке. Без ракушек. Креветки. Размер креветки. С руку. Лосось. Елка из фруктов. Merry Christmas. И рыбное дело. Рыбный, конечно, здесь маленький. Турбот. Ой, какой свежий, боже. Это камбала. Турбот. Турбот look nice, Антоша. Very fresh. Уф. И рыбка. Только что дергался. Ой. Нет, живой. Живой. Бедный. Бедный, у него сил нет. Ножки двигаются. Бедненький. Попросила Людика, чтоб мне дали целый пакет, потому что взяли сосисок. No, it's nine. Nine, да? Oh. И все, идем платить. Антоша, here order? Well, на кассе? Yes, I can do it. Yeah. Значит, самостоятельно будем платить. На кассу не пойдем. Пакетик красивый. Я. Куда пакетики у него красивые? Thank you. Merry Christmas. Все поздравляют с Merry Christmas. Мне надо проверить счет. Столько цветов. Кстати, цветы дарят на Рождество. Их здесь очень много. Набрались. Опять будем возвращаться. Тот супермаркет большой, торговый центр, куда мы первые приехали. Рождественник, да? По-моему, так называется. Цена в этом году на него очень большая. Едем туда за индейкой. Здесь мы не нашли. Даже лаванда сухая продается. О, Антошины любимые цветы. Смотрите. Да. Колокольчики. Перекати поле. Это то, что я знаю. Ох, розовый, белый. Боже, какая красота. Целая поляна цветов. А лилии? How much lily, Антоша? It's the same price like waitress. Lily. Ooh, expensive. 125. Нет. Дешевле. I think it's pink. This is really bigger, isn't it? No. Ой, вот эти цветы, не знаю, как называются. Боже, какая... Смотрите, какая красота. Я таких даже не знаю. Это артишоки, да, я так понимаю? Цветы артишоки. Петушки. Ой, какой запах. Я даже не знаю, от кого идет запах. Да. Даже этот есть, хлопок. Знаете, Женьке подарок. If you give for Женечка, this she gonna be very happy. И розы. Розами так пахнет. Обалдеть. Да. Смотрите. Самая большая елка. Я даже не знаю, сколько метров она стоит. How many meter, да? And price. How many meter? What is this? 9 feet or what? По-моему, это уже купил кто-то. Paid. It's somebody bought it. Somebody bought it already. How are you going to transport it for 250 money? Ой, она уже сухая. She's get very dry now. Мне кажется, там воды нет. 1500. In dollar, how much is it? 400, 450. Где-то 450 долларов. Я даже не знаю, сколько метров она. Ух, давно такого не видела. Прям базар на колесах. Орешки, фисташки. Thank you. О-о-о. Нет. А мы бегом. Взяли индейку. Купила индейку. После таких мытарств по всем супермаркетам все-таки определились и приехали опять же на то же место. Вернее, как на то же место. Emirates Mall. Торговый центр. Мы там были. Вот, но припарковали свою машину здесь, возле этого кафе, помните?
было здесь все заставлено людьми, молящимися. Вот. Ну что, мы чай этого прошло где-то 4 часа, поэтому все разбежались. Ну, это пятничная молитва. Конечно, ой, полно всего. Полно людей было. Взяла эту турку и немного фета-сыра. Выпьем чаю и поедем к Женькиной маме. Заедем за нашим подарком.